Всем привет, меня зовут Гущин Кирилл, разработчик Нарстрима, и сегодня мы такой тесной, теплой, дружной компанией находимся на базе Kazan Fishing. Слева от меня Александр Могилкин, привет, друзья. Справа от меня Олег Маркухин, Лешайнен, владелец базы Kazan Fishing, и мы, соответственно, на базе Kazan Fishing. Я сюда езжу достаточно часто, очень ее люблю. И вот после наших чебоксарских приключений я предложил Александру приехать к Олегу половить рыбу. У нас было 3 дня, и по традиции мы уже отловились, поэтому сейчас просто расскажем, что и как было. А уже под этот рассказ будет наложен видеоряд, чтобы вы могли посмотреть, условно говоря, там морально поучаствовать и попереживать вместе с нами. Благо было из-за чего. Рыбалка чумачечья просто. Собственно говоря, что произошло? Мы с Александром вернулись в Чебоксарки, где очень хорошо отловились по щуке. Вот, но нам не хватало а. судака и б. размера. Ну и Олег как бы сказал очень простую вещь, судак есть, ну не огромное количество, сейчас все-таки конец июня, вот, но есть в количестве каком-то, достаточно, чтобы нормально половить. Ну и плюс будет шанс на трофейную щуку. Это багрёк. Багрёк. Подожди, только не трапись. Великий так. Мы брали здесь. Щук. Багрёна? Да, спин. Да нет, есть 4 щука. Багрёнка не зачет. Мне было интересно попасть на новый водоем. Я здесь первый раз. Кирилл соблазнил меня, сказав, что здесь есть в хорошем размере и судак, и щука. И я с удовольствием собрался и поехал посмотреть новые места и попробовать понять местную рыбалку. Первая поклевочка. Кто там у нас? Судачонок. Поглядим. А я уж начал думать, что что-то здесь нестандартную подачу какую-то надо. Да нет, на обычной проводке дернул, все как положено. Посмотрим, может покрупнее кто отзовется. У меня была просто еще одна задача. Сейчас скоро в продаже появятся крупные бигбейты от Нарстрима. Их будет 2 варианта. Трикетейл с большим хвостом. Ну и классический виброхвост Табидади 9 дюймов. Оба они 9-ки. То есть вот 9 дюймов Табидади, 9 дюймов трикетейл. Соответственно, надо было желательно на камеру как бы на них поймать. Потому что ловить мы на них ловили с Александром еще прошлой осенью. Достаточно успешно. Но оператора не было. Поэтому максимум там какие-то фотографии. В общем, ну, неинтересно. Вот, поэтому я тут же вручил Олежке самую интересную в плане местной рыбалки, как выяснилось, приманки. Это трикетейл с большим-большим твистерным хвостом. Вот, и буквально через час после начала рыбалки он завалил первую 10-ку. Рассказывал. Что рассказывать? Я как хозяин, как гид показал, что ваши приманки работают, у нас рыба имеется, все хорошо.
делал я, ну, во-первых, эти приманки можно по-разному вести, да, то есть можно как бы и в постоянную проводку, а можно и вот, так сказать, мы называем ее рывковая, ну, бульдожья, кто как любит, чтобы приманка шла как сердцебиение. Мы с Кириллом это обсуждали, думаю, это будет. Вот, одна из лучших, это было как раз подергивание, вот это бульдожья проводка. Да, и вот как раз в этом случае большой вот этот хвост сыграл свою положительную роль. Я больше же, всего на него было поймано. Да, потому что я в первые два дня упирался в Таби-Дади более легкой бигбетовой палкой до 130 грамм. Олег лавил, да, диктатором до 180. Мой любимый спиннинг, которым я пользуюсь второй год. Я в том году на этот спиннинг поймал 15 600. Вот, и у меня рывковая проводка не получалась, палка слишком мягкая. Саня у нас упирался традиционно в поролон. Мне интересно оказалось, вот новый тоже опыт, такая же рывковая проводка, только поролоном. Здесь прям буквально рывки метр длиной и ну, обычная джиговая проводка, только не обороты катушкой там подмотки, а рывок палкой. Ну, в кадрах это все будет видно. Работает. У нас на Чебоксарке, вот я пробовал, не очень, скажем так, положительный опыт был, а здесь работает. Прикольно. Головастик. Вот так вот. Иди, живи. Момент еще какой. В общем, первый день был пристрелочный. Погуляли, посмотрели, чего-то поймали. Вообще, скажу так, что рыбы поймали, в принципе, немало. Всего в кадре, понятно, и не будет. Вот, потому что это будет слишком много и слишком долго. Ну, чего-то как бы появится, увидите какие-то интересные моменты. Девять дюймов приманки. Клюют вот, ну, чуть больше приманки щурята. Я вообще в шоке. Так,
5 дюймов. На второй день Олег ловит вторую десятку. Я вымучиваю шестеру. Мы их не взвешивали, мы просто говорим 10 плюс. Ну, сколько там вторая? 113 сантиметров она была. Да, первую даже не замерили, вторую замерили. Все-таки успели замерить и потом утопить обратно. Сейчас еще подтянемся. А моего тогда было. Хотя не было. Можно же метров 15 вперед по снегу пройти. Подожди, вот здесь же самое интересное место стоит. Самое большое количество коряк. Здесь же? Ну, причем здесь она все равно гуляет. С веслом. Волна, что ли? Рыба! Рыба! Хорошая. Хорош, хорош. Прям хорошая. Рыбалка чумачечья просто. Вот. Приезжайте в гости. И вы поймаете свою рыбу мечты. Нет, мне, конечно, завидно. Еще как завидно. И, может быть, кто-то даже сегодня домой не приедет. Потому что я тоже такую хочу. Ну, еще не вечер. Но самое главное, меня отпустило в планеты прямо. Прям вот. Прям реально переживал, потому что думал, ну, вдруг ошибся. Вот как бы по усни гонял, но по усни, когда уже вот ее доделал почти до конца, уже такого клевого-то вот на Чебоксарке не было. То есть на Виверхвасты Табидаде, там вот девятки, поймали щуки много. А вот этот как раз был самый-самый разработка. Мы в пятый раз меняли толщину хвоста, чтобы можно было работать с ним вообще на минимальных скоростях. Ну, вот Олежка вообще ударно, как бульдога гоняет. И вот они по клевке, вот она рыба. Вот что ей надо, я не знаю. Одна поклевка против, наверное, 5-6 у него на вот этой проводке. Посмотрим. Ну вот это не рыба рассела. Похоже, да? Смотри слева. Слева, слева, смотри. Вот так. Пасок надо. Ах ты, зараза, хвост отпустили, смотри. Да, ничего, попробуем. Так попробуем разобраться. Ушла вместе с крючками. А что оторвала мне?
Понятно, что оторвало. Поводочек. Извините. Ладно. К вопросу о. А вот это сколько? Морковок? 4? 5? Пятерка. Ну, пятерка. Вот бигбейт. Вот такой вот. Для пятерки щуки вообще это как бы не размер, который она не ест. А я пошел перевязываться. А вот остатку жалко. Тотально преследовали неудачи. Не то, что неудачи, нет, это мои ошибки, которые хорошо всплыли на таком размере. Потому что у шестерки у меня просто порвался поводок, который не должен был рваться. Многожильный, обещали 30 килограмм нагрузки, он просто порвался на шестерке. Вот. При этом, что поводок был новый, как бы я его даже нигде не успел, там, условно говоря, где-то там либо потереть, либо ударить, не знаю что. Вот, на трешке у меня купленное соединение между двумя тройниками просто оторвалось. Ну, в общем, как всегда. Прям преследовали неудачи глобальные. Откусила все-таки хвост, зараза. Мало того, что хвост откусил, еще весь монтаж порезан. Второй стороне, да, сожрала. Ладно, не страшно. Ну, клюет. А это вопрос, знаешь, о чем? О проволочках. О проволочках, которые вот это были между этими покупные тоненькие проволочки. Вот это все попса. Так что, ребята, толстенная проволока, какой-нибудь очень толстый металлический шнур, это, наверное, единственное, что будет нормально. Ну, давай рассказывай, что у тебя вообще сейчас вот по рыбалке. Просто люди, расскажи, они кадры-то увидят, там поймали, а в принципе, в каких мы условиях ловили. Я, конечно, сам могу, но лучше расскажет тот, кто тут все знает. Шикарные катера, все с моторгайдами, все со структур-сканерами. В одном имеется паноптикс, зимой у нас тоже паноптикс, снегоходы. Все увидите на сайте Kazan Fishing, в принципе. Заходите, смотрите в соцсети, подписывайтесь. Каждый день у нас есть отчеты с рыбалок. Ну, благо рыба здесь ловится. В общем, красиво, рыбно, интересно. Условия. Судака ловили в абсолютно разных условиях. Самое интересное, судак ловится и на 5, и на 4, и на 14. На 18. Да, 18 в этот раз не ловили. В один и тот же день. Ну, рядом. Да. Ну, рядом было, да. То есть мы в один и тот же день. Здесь такое количество этого судака, что, в принципе, как бы он везде. Вопрос в его активности. Б в размере. То есть вот это не место начало сезона. Стоянки. Ну месяц понимаете, стоянка, каждый да. месяц он определенно у него стоянки и все. В принципе, наверное, на этом все. Смотрите, подписывайтесь. Пожалуйста, оставляйте комментарии, если вам понравился вот такой формат. Когда мы уже рассказываем что-то, что как чего было. Вот после рыбалки. И просто я думаю, что всем зрителям будет понятней. Что мы делаем, как мы делаем, зачем мы делаем. Вот, поэтому на этом я с вами прощаюсь. Всем всего доброго. Ни хвоста, ни чешуи. И ловите и отпускайте рыбу. Все, всем пока. Друзья. Всем пока.